тренировка окончена. Всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал. Цель тренировки — трофика, снабжение мышц кислородом, улучшение капилляризации мышц. Немножечко прошелся по движениям. Все движения для обороны в основном, но я использую боевые единоборства для улучшения состояния опорно-двигательного аппарата, не для того, чтобы наносить кому-то ущерб. Но если понадобится, можно будет и защищаться этими движениями. Вот. Система разработана так, чтобы мобильно проработать весь организм, запустить частоту сердечную до нужного ритма, чтобы вы не задыхались. Потому что это не нужно, если вы не соревнующийся спортсмен. Также была тренировка нацелена на равновесие немножечко, на баланс, мышцы стабилизаторы. Вот, ну и продышаться. Поэтому всем советую, кто хочет попробовать. Очень хорошая тренировка. Можно ее также комбинировать еще с отжиманиями, там 3 по 10 по 15 брусья, 3 по 10 по 15 подтягивания, пресс и так далее. Я сегодня этого делать не буду, потому что задача была чисто просто прогонять кровь и немножечко потянуть мышцы, подвигаться, продышаться. Всем МОЗ, подписывайтесь, берите на вооружение и так далее. Здесь будет много информации на моем канале, я потихонечку буду добавлять, вот прибавлять и так далее. Всем пока!